Hora, Spoza Hora, Spoza Hora, doja zera, všetci posty pobrala, ten poslední nechá. Všetky mosty pobrala, ten poslední nechála. Proč plačete, však na vojnu nepůjdete, půjde na ňu koníček, na koníčku syneček, půjde na ňu koníček, na koníčku syneček. Собор Петра и Павла на самой высокой точке города. К нему еще надо подойти. Вот по такой крутой лестнице. Вон туда, вниз. Главный вход очень красиво украшен. Очень богатая резьба каменная. Портал великолепный. Две колонны. Каменная кладка стен. Двор. Собор 12 века. Конечно, нельзя сказать, что это то самое разрушение, потому что шведы при осаде города жгли этот храм, разрушали его. Вновь восстановился он в 1777 году при Марии Терезии. И собор стал кафедральным, то есть кафедры епископа здесь появилась. А епископ – это первоначальное лицо Моравии. И у него здесь была кафедра, то есть он был главным учителем всей земли моравской. Так что кафедральный собор Петра и Павла. Такое у него звание появилось не сразу. Внутреннее убранство собора Петра и Павла. По форме в виде корабля, вытянутый на восток. Один неф всего. На стенах, в этих апсидах находятся останки святых, прекрасные иконы, скульптура. Высоченный потолок, вытянутый вверх окна, все прекрасно, очень гармонично. Алтарь украшен
витражом. Сейчас подойдем поближе. На площади Зельнатырх, на капустной площади Бойко идет торговля перед Пасхой. Вот вербы, цветы, раскрашенные яйца, саженцы. Прекрасная очень такая продукция. Ручная работа, яйца. Такие писанки. Разные узоры. И кобальтовыми красками. И вот такие замедленные дырочки. Ожогные. И зайчишки. Смешные. Пасхальные яйца. Чешские. Такие цены разные. Я купила одно. Вот это. На небольшой площади Брно. Конечные намести называется. Вот такие красивые здания. Угловые, шпилеобразные такие башенки. Красота. Дворцовая архитектура. Сейчас хорошо просматривается архитектура. Растения все без листьев. И вот эта красота. Не отвести глаз. Хочу показать.